Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем проходить официальную игру по фильму «Кинг-Конг» Питера Джексона. Ты это видишь? Вау, вообще. Нам нужно идти дальше, переход на той стороне. Как вам не... Посмотри на размер этих ног, это целые деревья. Ну, это я переводил в прошлой серии. То, что он пародирует своих этих инвесторов, типа то, что он не сможет найти никакую цивилизацию, все это бред. Так, не раздавите меня, пожалуйста. Следуй за бронтозаврами и что-то найди огонь. Понял? Будем следовать за бронтозаврами. Следуй за пауками, Гарри. Так, ты не раздави меня. Не, ну здесь они нереально огромные, конечно. Так, это дробовик. Пожалуй, вот так лучше будет. Потом заберем ее на обратном пути. Так, куда же спрятаться, чтобы эта хрень меня не раздавила? Ага, вот сюда. Кто здесь? Я что-то не вижу тебя. Давай, покажись. А. Что за фигня? Ни одним копьем не попал, но это вообще не интересно даже. Ладно, продвигаемся дальше. Оу-оу! Меня не раздавило, а его раздавило. Это прикольно. Бери ты кость. Так, где? Со страху пальнул еще раз, пардон. Не удержался. Так, ну мелкого я пришил сразу, да, как я погляжу? Да не надо мне кость. Так, осторожно. Иди сюда. Кыс-кыс-кыс-кыс. Давай. Ходит там засранец. Ты сломался, братан. Он сломался. Да черт, не двигайся. Ага. Кажется, я слышал кого-то поменьше, нет? Маленьких собратьев твоих. Так, ну здесь может быть опасно, слава богу, что у меня есть дробовик. О-о-о! Кто это был? Ага, иди сюда, давай. Засранец. Давай, топай. Вот как я мог промазать, а? Ты чего там все ломаетесь? Ugh!
Three magazines on backup. Понял, понял. Так, как тут проходить-то? Я не понял. Либо я тупой, либо что-то не так. Да дай-то выйти-то. Куда, кстати, бронтозавры делись? Так, уберите, твари. А, ну сейчас это бесполезно, там все равно затушится. Это кто, где? Вот уродец, а? Уродец. Ты что ж ты так дышишь-то, Джек? Все, мы все всех убили, не переживай. Патроны пока есть, пока живем, да. Как я мог промазать? Где? А, ты сзади? Я успею, я успею. А, тут нету бега. А где он? Ай. Two magazines on backup. Вот твари. Что, бесконечный, что ли? Так, и что мне с вами делать? Кости горят? Кости горят. Засранец, а вы посмотрите, вот какие же они все-таки вредные, вот такие вот назойливые сволочи. Это был тот недобиток, получается, которого я пострелял немного, да, и тот убежал, да? Нет, я, конечно, молодец, но я даже не зажег же ничего. Вот твою мать. Вастатозавр здесь. Класс. Как прикажете через это проходить. Вот тварь, ты откуда взялся? Гори там нафиг, а?
О, черт, эти еще тут ходят. Ходят тут всякие, понимаешь ли. Сжигает. Еще чуть-чуть. Так, я успею, да, отлично. Интересно, они меня реально могут раздавить? Ну, в игре, по игре есть такая фигня, что... Сейчас, погоди. Ух ты, ё твою мать! А, я же огонь не принес, дебил! Надо же было огонь принести, а я не принес, ха-ха. Идем обратно. Да. Во. Так. Ну его я пока на горизонте не вижу, ну и ладненько. Музыка такая энергичная, такая бам-бам-бам-бам-бам. Да, чё сейчас нам жопа будет та еще. Мертвый бронтозавр. Это все-таки прикольно выглядит. Укусов я не вижу. Ух ты, твою мать! Чего приперся? Иди отсюда. Пошел нафиг. Ты че, борзый такой, что ли? Ай-яй-яй! Чем защищаться-то, ёб твою мать? Меня сожрали. Меня сожрали. Так, это я без копья, да? Already reloaded. Он меня сожрал. Охренеть. Да заткнись. Он меня сожрал. Вы видели вот эти челюсти передо мной? Вот это жесть. Я, значит, их спасал, стрелял в эту хрень. Они такие, о, побежали, братан. Вообще, что за дискриминация Джека, я не понял. А почему тут все копья восстановились? Меня это напрягает немножко. Респаун какой-то полный произошел, что ли, вообще всего. Не, ну это вообще неинтересно. Почему он меня сожрал? Почему не Хейса? Они же обычно первыми погибают в играх. И в фильмах тоже. Дебилушка! Вот сюда надо! А чё ты приперся? Я тебе говорю, иди отсюда! Да иди, говорю, отсюда. Ладно? Оставайся, если хочешь. Да все, все, я пошутил. Хорошо, я побежал. Ага, пошел нафиг, уродец. Иди нафиг. Все, да, не достать меня, да? Ну и пошел в жопу. Жесть. Вот это жесть была, ребята. Let's go. We've got to catch up with that gorilla as fast as we can if we hope to get Anne back. Мы должны догнать гориллу, которая забрала Энн. В общем, сейчас что-то графика меня прям радует. Вот здесь вот именно, в этой области. Смотри туда. Откуда ты это знаешь, Деном? Ну, на месте короля острова я пошел бы туда. Король. А, звучит неплохо. Конг. Кинг. Ну, король. Кинг-Конг. Это звучит очень красиво. Джек, как ты думаешь? Может, нам это лучше записать? Нам нужно найти Энн. Да все, дай мне уже! О, будь начеку, мы спускаемся в Алину.
в долину, говорю, в долину, блядь. Что это было? Да вы заколебали! Дайте мне закончить серию. Все говорят, что-то это заговорят вообще. Короче, в долину сейчас какую-то идем, и нас, я так понимаю, уже вастатозавры ждут маленькие. Ну, под вид. Так, я чуть потерялся, вот. Надеюсь, это видео вам понравилось, как мы там этих мочили венотозавров, и потом от вастатозавра убегали. Я, конечно, извиняюсь, что я умер, но просто вообще не круто. Я, значит, их спасаю, стреляю по нему, а он меня сожрал, именно меня вообще. Не, ну понятно, я его спровоцировал, но, блин, помощь как-то вознаграждает, они просто убегают от меня, типа, спасибо, Джек, и убежали такие, вообще красавцы. В общем, увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь, это видео прохождение вам нравится. Ставьте лайк, подписка. Вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. До скорых встреч и всем пока!